Уильям Нолан. «Жестокий мир» Льюиса Стилмана. Льюис Стилман двигался по бульвару Уилшир, стараясь раствориться в тени, которую отбрасывали высившиеся вокруг него безлюдные, погруженные в напряженную неподвижную темноту здания. Он изо всех сил сдерживал рвавшееся из груди горячее дыхание, тогда как рука мертвой хваткой сжимала рукоятку взведенного пистолета. Путь его лежал в сторону Вестерн-авеню, и он почти бесшумно, как-то покошачьи, шагал по прохладному ночному бетону, минуя бесконечную вереницу разграбленных подчистую магазинов готовой одежды, аптек и мелких кофеен. Распахнутые двери и окна зияли черными провалами, стекла чаще были разбиты или вообще отсутствовали. Над Лос-Анджелесом висела холодная луна, в свете которой город походил на огромное кладбище. Высокие белесые здания над гробными памятниками вздымались над безлюдными тротуарами, пересеченными полосами слабого света и густой черной тени. Со всех сторон его окружали каркасы перевернутых грузовиков, автобусов и легковых машин. Оказавшись под высоченным навесом бывшей ярмарки Уилтерна, Льюис остановился. Над головой маячили ряды пустых патронов из-под электрических лампочек, некогда сливавшихся в рекламные надписи. Застрявшие в них осколки сейчас отдаленно походили на ощерившиеся стеклянные зубы в необъятной челюсти какого-то диковинного зверя. И Стилман невольно поймал себя на мысли о том, что в любой момент они могут рухнуть вниз и разорвать его тело на части. Ему предстояло пройти еще 4 квартала. Именно там, на углу Вестерн-авеню, находилась маленькая кулинария, к которой он и держал путь. Он решил на сей раз обходить стороной крупные магазины типа Safeway или Thrifty Mart, несмотря на то, что в них осталось еще немало запасов самой что ни на есть экзотической снеди. Сегодня он решил наведываться лишь в маленькие магазинчики. Совсем недавно он обратил внимание на то, что с каждым днем становится все труднее находить места, где еще сохранилась простая, самая обычная пища. Крупные магазины некогда манили его выставленными на витрину изысканными, сдобренными всевозможными специями и яствами, которые, кстати сказать, все еще в изобилии лежали на высоких стеллажах их подвалов. Однако ему уже основательно надоели все эти устрицы, черная икра и тому подобные деликатесы. Он решил перейти на другую сторону Вестерн-авеню и уже почти достиг противоположного тротуара, когда неожиданно увидел их. Инстинктивно согнув ноги в коленях, Льюис присел на землю и спрятался за основательно проржавевшим остовом того, что некогда было Олдсмобилем. Задняя его дверца была открыта нараспашку, и он проворно юркнул внутрь металлического корпуса. Потом снял пистолет с предохранителя и стал пристально всматриваться в двигавшуюся по его стороне улицы шестерку. Боже упаси, неужели заметили? Впрочем, в этом он уверен не был. А если и не заметили пока, но все же каким-то образом догадаются, что он сидит внутри. Лучше уж было остаться снаружи, по крайней мере там у него оставалась хоть какая-то возможность убежать. Вообще-то он мог постараться и перебить их всех до одного, по крайней мере большую их часть, однако его пистолет не был снабжен глушителем. А потому звуки выстрелов неизбежно услышат другие, которые уже через несколько минут подтянутся к этому месту. Нет, к стрельбе он прибегнет лишь в самом крайнем случае, когда станет совершенно ясно, что его засекли. Они постепенно приближались. В общем-то, если разобраться, что это была за сила? 6 маленьких тщедушных фигурок, выстроившихся в неровный ряд и перегородивших все пространство тротуара. Кто прыгал? Кто болтал с соседом, широко раскрывая жестокие рты и поблескивая в лучах лунного света алчными глазенками. Они подошли еще ближе. Теперь их тонкоголосый гомон усилился. С каждой секундой он становился все более отчетливым. Вот они уже совсем рядом. Сейчас он мог разглядеть даже их острые зубы и никогда не знавшие расчески спутанные волосы. Всего 2-3 метра отделяли их от машины. Судорожно стискивавшая пистолет ладонь покрылась липким потом, в груди оглушительно грохотало сердце.
Теперь счет шел уже на секунды. Вот, сейчас! Когда они прошли мимо, так и не заметив его, Льюис Стилман тяжело откинулся на покрытую толстым слоем пыли спинку сиденья. Рука, чуть подрагивая, обмякла и опустила оружие. Вскоре пронзительные голоса стали стихать в отдалении, с каждым шагом все более теряясь в ночном сумраке. Его снова окутала могильная тишина. Маленькая кулинария оказалась как раз тем, что ему было нужно. Ее стеллажи и полки пребывали в относительном порядке, и потому он мог даже позволить себе выбирать среди длинных рядов консервированных продуктов. Вытащив из-под прилавка пустую картонную коробку, он стал складывать в нее банки, стоявшие на ближней полке. Разумеется, надежда на какой-то выбор так и осталась тщетной мыслью. Внезапно за спиной послышался какой-то шорох, сменившийся мягким скребущим звуком. Стилман стремительно обернулся, одновременно выхватывая из кармана пистолет. Прямо на него уставилась громадная дворняга. Из ее пасти со свистящим шумом вырывалось горячее дыхание, а все четыре лапы были готовы к прыжку. Короткие уши плотно прижались к короткошерстной голове, с убийственных челюстей стекала тоненькая струйка слюны. Мощные грудные мышцы походили на туго сжатую пружину. Стилман понял, что медлить нельзя ни секунды. Он прекрасно понимал, что и в этой ситуации не сможет воспользоваться пистолетом. Звук выстрела неизбежно привлечет к нему внимание. Резким движением, в которое ему хотелось вложить всю силу своей левой руки, он швырнул в морду одичавшего зверя увесистую банку с консервами. Застигнутое врасплох животное определенно не ожидало подобной атаки, а потому явно опешило, даже поджало хвост. Этого Стилману оказалось достаточно, не мешкая, он подхватил коробку с едой и кинулся на улицу. «Интересно», — думал он, входя в свое жилище, — «долго еще будет продолжаться это везение?» Заперев входную дверь, он опустил коробку на деревянный стол и зажег стоявшую неподалеку керосиновую лампу. Под невысоким потолком, вытянутой в длину комнаты, заколыхался подрагивающий оранжевый свет. «Уже дважды, причем за один и тот же вечер, тебе удалось остаться незамеченным ими», — подсказывал ему рассудок. «Хотя в обоих случаях они и без особого труда засекли бы тебя, если бы действительно этого захотели. Все дело в том, что они пока даже не догадываются о твоем существовании. Вот когда они узнают об этом...» Он постарался избавиться от столь неприятной мысли, выкинуть из головы весь этот кошмар. Руки, между тем, стали поспешно выгружать из коробки ее содержимое, расставлять банки по полкам, которые тянулись вдоль дальней стены комнаты. Неожиданно ему подумалось о женщинах, о девушке по имени Джоан, о том, как сильно он любил ее когда-то. Мир Льюиса Стилмана заполняли холод и сырость. Узкое и промозглое каменное пространство давило, стискивало со всех сторон. Каждый его шаг гулким эхом отдавался в этом каменном склепе. Это блуждание продолжалось уже несколько часов. Иногда у него возникало желание перейти на бег, поскольку подобная разминка, и это было ему прекрасно известно, хотя бы немного, но все же размяло бы мышцы. И все же он продолжал вышагивать, ступая вдоль контуров тонкого желтоватого луча, падавшего на пол из-под колпака лампы. Он все еще находился в поиске, пусть даже всего лишь мысленном. «Сегодня, — думал он, — сегодня я обязательно кого-нибудь отыщу, повстречаю, кого-нибудь похожего на себя самого. Ведь не может же быть так, чтобы вообще никого не осталось. Надо только поискать как следует, и удача не заставит себя ждать. Я просто обязан кого-нибудь найти». Он повторял про себя одну и ту же фразу: «Я должен кого-нибудь найти», хотя прекрасно понимал, что никогда и никого уже больше не найдет. Отлично знал, что его ждет лишь леденящая пустота, бесконечные блуждания по пустынным тоннелям. Минуло уже почти 3 года с тех пор, как он начал свои поиски в простиравшихся под городом подземельях. Ему хотелось повстречать кого угодно,
мужчину, женщину, неважно кого именно. Почти 3 года за спиной и более 700 миль блужданий по канализационным коридорам, тянувшимся под бетонным панцирем Лос-Анджелеса, подобно кровеносным сосудам громадного тела. И никого. Абсолютно никого. Даже сейчас, по прошествии всех этих бесконечных дней и ночей, бесконечных поисков и разочарований, он еще не до конца смирился с тем фактом, что остался один в этом 7-миллионном городе, что кроме него в нем нет ни единой по-настоящему человеческой души. Изумительной красоты женщина склонила над ним свое чудесное тело. В темноте мягко поблескивали ее нежные глаза, а восхитительные пунцовые губы благожелательно улыбались. Белеющая ночная рубашка, чем-то похожая на вздымающуюся морскую пену, облегала и колыхалась вокруг ее неподвижной стройной фигуры. «Кто ты?» Странно, словно откуда-то издалека раздался его негромкий голос. «Так ли это важно, Льюис?» Ее слова, подобно каплям влаги, всколыхнувшим ровную поверхность пруда, легкой дрожью отозвались во всем его теле. «Пожалуй, что так», — согласился он. «Определенно не важно, раз уж мы нашли друг друга». «Боже праведный, после стольких месяцев и недель нескончаемого ожидания, а я уж и вправду подумал, что не осталось абсолютно никого, что так больше и не увижу ни души». «Ничего не говори, любовь моя». Женщина наклонилась, чтобы поцеловать его. Губы у нее были мягкие, теплые, податливые. «Ты же видишь, я здесь, с тобой». Он всем телом подался вперед, чтобы дотронуться рукой до ее щеки, но она уже стала удаляться, медленно исчезая, растворяясь в темноте. С трудом сдерживая рущийся из груди вопль отчаяния, он потянулся к ее протянутой руке, но женщина уже отдалилась от него, и кончики пальцев Стилмана лишь царапнули шероховатую, холодную поверхность бетонной стены, а в трубе туннеля загадочно клубился промозглый, молочно-белый туман. Опять пошел дождь. Несколько дней не переставая, он все лил и лил. В сущности, канализация вполне удовлетворяла его, поскольку довольно надежно защищала от превратности судьбы и непогоды, а потому Льюис особо не беспокоился. Жилье свое он соорудил на достаточной высоте, где-то в метре над дном туннеля, и за все эти годы вода еще ни разу даже не приближалась к этому уровню. Однако его очень раздражали монотонные звуки падающих капель, отражавшиеся от бетонных стен эхо, превращало капель в некое подобие дьявольского оркестра. А сочившаяся отовсюду влага лишний раз подчеркивала непрерывность этого процесса, что делало его еще более мучительным, почти невыносимым. Ежедневные пробежки по утрам отошли в далекое прошлое, так что, лишившись их, он волей-неволей очень много читал. Это были книги с рассказами Уэлти, Гордимера, Эйкина, Ирвина Шоу и Хемингуэя, поэмами Фроста, Лорки Сэндберга, Милая и Дилана Томаса. Вчитываясь в строки этих книг, он с особой отчетливостью ощущал странность, даже и реальность окружавшего его мира. Впрочем, ощущения эти длились очень недолго и были, в сущности, мимолетными. И как только он закрывал очередную книгу, к нему тут же со всех сторон начинали подступать одиночество и неизбывный страх. И так хотелось, чтобы поскорее кончился этот проклятый дождь. Промозглая сырость. Окружавшие его стены буквально сочились холодом и пробирающей до костей сыростью. И еще это нескончаемое бульканье и журчание воды, гулкое, эхом отдающаяся капель сочащейся влаги. Даже лежа в собственной постели и накрывшись кучей одеял, Стилман не мог окончательно избавиться от этого опостылевшего ощущения сырости. Звуки.
Над головой постоянно слышались пронзительные писклявые крики, гомон, болтовня и напряженный шепот. Вот, кого-то волокут по улице. Скорее всего, уже пристукнули свою очередную жертву. Впрочем, вряд ли человека. Где они? Люди-то? Не, наверняка это какое-нибудь животное. Собака, например, или кошка. Стилман зябко поежился и еще плотнее закутался в одеяло. Он все так же лежал, плотно смежив веки, вслушиваясь в доносившиеся сверху резкие шаркающие звуки, и посылал им свои ответные, хотя и почти безгласные проклятия. «Будьте вы прокляты!» — проговорил он как-то чуть громче обычного. «Будьте вы все прокляты!» Льюис Стилман снова бежал по узкому бесконечному тоннелю. Где-то в отдалении у него за спиной метались невысокие угловатые тени, а в ушах словно навеки завяли их высокие, пронзительные, многократно повторенные и усиленные эхом крики. И вот их когти стали подбираться к самому его телу. Он затылком почувствовал горячее, обжигающее, похожее на зловонный дым дыхание. Его собственные легкие готовы были в любую минуту взорваться от жуткого внутреннего напряжения, а все тело словно полыхало, объятое адским пламенем. Мельком взглянул вниз, он увидел, что его нижние конечности работают с прежней четкостью и ритмичностью, чем-то походя на поршни исправно отлаженного механизма. Потом стал прислушиваться к резким шлепкам своих башмаков о дно туннеля и ни с того ни с сего подумал. «Ну и пусть я погибну, неважно, что в любой момент я могу рухнуть замертво. Ноги-то мои все равно спасутся. Ничто их не сможет остановить. Они все равно продолжат свой бег, сменяя один туннель на другой, и им не будет угрожать опасность оказаться схваченными. О, они способны развить приличную скорость, тогда как верхняя часть тела такая неуклюжая, постоянно качается из стороны в сторону, взад-вперед, изредка подрагивает где-то там наверху, определенно замедляет их темп, утомляет и откровенно злит. Могу себе представить, как ненавидят меня мои собственные ноги. Ну ничего, надо будет только постараться и как-нибудь ублажить, задобрить их, попросить унести меня в какое-нибудь местечко безопаснее. И все же действительно, как хорошо, что они продолжают бежать, такие крепкие, надежные, устойчивые. И в этот самый момент он почувствовал, как его тело начало раздваиваться, а ноги стремительно, самопроизвольно отделяться от торса. Льюиса охватил дикий ужас, он принялся отчаянно вопить, махать руками, колотить ими воздух, умолять ноги повременить, не покидать его в столь трудную минуту. Те, однако, оставались неумолимы и продолжали свое освобождение от тела. Охваченный леденящим, неукротимым страхом, Стилман споткнулся о какую-то невидимую преграду и стал заваливаться на мокрое, осклизлое покрытие туннеля, а ноги тем временем продолжали свой стремительный бег, свободные и мощные, одержимые своей собственной неукротимой страстью. И где-то в далекой вышине, над этими лишившимися последних остатков рассудка ногами, разверзся его рот, исторгнувший из себя дикий крик. Кошмар подошел к концу. Обливаясь потом, отчаянно задыхаясь, Стилман сел в постели, сделал глубокий натужный вдох, достал сигарету и дрожащей рукой поднес к ней горящую спичку. Следовало признать, что с каждым разом подобные кошмары становились все более тягостными. Он отчетливо понимал, что во сне его рассудок мог позволить себе взбунтоваться, демонстративно отказаться подчиниться его воле, выплескивая наружу все те страхи и потрясения, которые накопились за прожитый день. В который уже раз он вспомнил, как все это началось 6 лет назад и каким образом ему все же удавалось до сих пор оставаться в живых. Посадка инопланетного корабля на Землю оказалась совершенно неожиданной, без малейшего предварительного предупреждения. Нападение и в самом деле было тщательно спланированным
и потому оказалось смертельным для землян. На выполнение своей чудовищной задачи пришельцы потратили не более нескольких часов. Все мужское и женское население Земли было уничтожено. Спаслись тогда лишь немногие, это он знал точно. Правда, Льюис так ни разу и не увидел этих счастливчиков вроде себя, однако точно знал, что где-то они все же существуют. В конце концов, планета не ограничивалась одним лишь Лос-Анджелесом. И если удалось уцелеть ему, то почему, собственно, не могли спастись также некоторые другие люди? Например, там, на противоположной стороне шарика. Непосредственно в момент атаки сам Льюис находился в канализации на своем обычном рабочем месте, где выполнял экстренное задание компании, прокладывавшей туннель Б. Он до сих пор ощущал застрявший в ушах оглушительный рев кораблей-пришельцев, чувствовал обжигающее дыхание их мощных двигателей. Голод все же выгнал его наружу, и уже на следующий день он понял, что остался в полном одиночестве. Это был уже не просто Льюис Стилман, а последний живой человек. 3 года прошли относительно спокойно. Его никто не трогал. Он работал на них, учил массе полезных вещей, одновременно пытаясь завоевать их доверие. Однако, как чаще всего и бывает в подобных случаях, очень скоро некоторые из них стали постепенно все больше ненавидеть его, ревновать к другим, тем, с кем у него установились более тесные взаимоотношения. Короче говоря, Стилману еще повезло, что он успел вовремя укрыться в городской канализационной сети. Было это 3 года назад, и с тех пор они уже напрочь забыли про его существование. Наружу он выбирался лишь с наступлением темноты, да и то делал это лишь в тех случаях, когда иного выхода просто не оставалось, например, когда требовалось пополнить запасы продовольствия. Свою однокомнатную обитель он расположил неподалеку от канализационной решетки, не так близко, чтобы его можно было заметить снаружи, но и с таким расчетом, чтобы снаружи в нее все же проникали солнечные лучи. Что и говорить, по настоящему солнечному свету он истосковался не меньше, чем по нормальному человеческому общению. И все же так и не смог ни разу осмелиться в дневное время подняться на поверхность. Как только дождь окончательно прекратился, он сразу же перебрался под канализационную решетку, стараясь вобрать в себя, впитать как можно больше солнечных лучей, их тепла. Однако лучи эти не оправдали его надежд и оказались слишком слабыми, а потому их тепло лишь разбередило его страстную тоску по ним и жгучую потребность подставить под нежный бархат солнечного света обнаженные плечи. Теперь ему оставались одни лишь сны. «Льюис, тебе холодно?» «Да, очень». «Ну так что же ты, дорогой? Поднимись повыше, к свету». «Нельзя. Не могу я подняться». «Да ты что? Забыл, что Лос-Анджелес — это твой мир? Ведь кроме тебя в нем не осталось ни одного настоящего человека. Ты — последний из некогда населявших землю людей. Все это так, но сейчас он принадлежит не мне, а им. Как и каждая улица, любой дом, теперь все это их. Да они не позволят мне выйти наружу. Стоит мне сделать хотя бы один шаг, как они сразу же убьют меня. Вот и погибнет этот самый последний человек. Выходи, Льюис. Звучавший в сновидении голос стал постепенно затихать, удаляться. «Выходи наружу, ближе к солнцу. Ничего не бойся, дорогой». В ту ночь он чуть ли не целый час смотрел сквозь ячейки канализационной трубы на висевшую в небе луну. Было полнолуние, и светящееся небесное тело походило на громадный прожектор, подвешенный невидимыми нитями к темному небосводу. Впервые за все эти годы на ум ему пришли мысли о вечернем бейсбольном матче на голубом стадионе в Канзас-Сити. Ему всегда нравилось ходить на подобные матчи, сидеть рядом с отцом,
на заполненной людьми трибуне этого громадного, залитого светом прожекторов стадиона, когда поле казалось ему застывшим в лучах яркого белого света прудом, а фигурки игроков представлялись призрачными и совсем нереальными. Ему тогда, совсем еще мальчишке, вечерний бейсбол всегда казался по-настоящему волшебным действом. Временами, откуда ни возьмись, подкатывали и захлестывали его целиком совсем уж бредовые мысли. Иногда по ночам, вроде этой, одиночество казалось ему зависшим над ним всесокрушающим кулаком, и сам он был не в состоянии выносить его гнет. Он даже подумывал о том, чтобы привести одного из них к себе в канализацию. В конце концов, ведь можно же, по крайней мере, попытаться приручить их. Сначала одного, потом другого, третьего. Но потом в памяти всплывали их ненавидящие яростные глаза, их звериная жестокость, и он в который уже раз понимал всю тщетность подобной затеи. Да и потом, стоит одному из их племени вот так внезапно исчезнуть, как остальные неминуемо заподозрят, что-то недоброе, примутся искать его, со временем обязательно найдут, и вот уж тогда действительно настанет полный конец. Льюис Стилман откинулся на подушку, закрыл глаза и постарался отрешиться от доносившихся издалека криков, повизгиваний, пронзительных воплей, которые проникали в его каморку с поверхности над головой. А потом к нему пришел сон. Остаток дня он провел в обществе запечатленных на бумаге ярких, эффектных женщин. Льюис листал старые пожелтевшие страницы журналов, в которые уже раз вглядываясь в безупречные, точеные, облаченные в изумительные наряды фигуры манекенщиц. Стройные и грациозные, эти журнальные дамы смотрели на него своими холодными, но одновременно зовущими, манящими глазами. Дарили ему тщательно продуманные, но обязательно белозубые улыбки. Это было сплошное изящество и красота, яркий блеск и водоворот красочных тканей. Он осторожно прикасался к ним кончиками пальцев, поглаживал рыжеватые глянцевые волосы и чувствовал себя кем-то вроде волшебника, который способен вдохнуть в них настоящую жизнь. Впрочем, ему не составляло особого труда представить себе, что на самом деле все эти женщины никогда не существовали, что это был лишь плод кропотливой работы неизвестного художника, который нарисовал до мельчайших деталей, вычертил их облик, постаравшись придать ему максимальное сходство с фотографическими снимками. А может, ему просто было неприятно думать об этих женщинах, о том, как они погибли? «Тост за смелость и отвагу», — подумал Льюис Стилман и улыбнулся, высоко поднимая наполненный бокал. В залитой ярким светом комнате напиток отсвечивал и переливался темным пурпуром. «За отвагу и за проявившего ее мужественного человека! По-настоящему мужественного!» Он осушил бокал и снова наполнил его из бутылки, которая стояла на столике рядом с кроватью. «А вы, мистер Икс, разве не собираетесь составить мне компанию?» — обратился он к человеческой фигуре, которая сидела за столом, сутулившись и закрыв лицо руками. «Или вы предпочитаете наблюдать за тем, как я пью в одиночку?» Человек продолжал сидеть молча. «Ну, раз так...» Стилман снова опрокинул бокал и поставил его на стол. «Ну что ж, мне прекрасно известно, что должен чувствовать человек, оставшийся в полном одиночестве. И я знаю, что он должен делать. Он должен победить. Пусть даже в одиночку. Да. Победить. Одержать свою собственную, единоличную победу над этим треклятым миром. И если даже рыба окажется громадной, как гора, и зловещей, как все земные грехи, то и тогда он должен вытащить свою сеть. Или вы не согласны со мной?»
А так-то, папаша Икс. Но скажите, что вы станете делать, когда окажется, что весь мир попросту кишит этими самыми рыбинами, а? Как, по-вашему, сможет он справиться со всеми ими? Один, одинешенек, без чьей-либо помощи? Нет, конечно, уверяю вас, сэр, это ему не по плечу. Это уж поверьте мне на слово. Ни черта он тогда не добьется. Вот так. Ступая на нетвердых ногах, Стилман прошел в угол маленькой деревянной каморки и снял с полки небольшую книжку. Вот оно, мистер Икс, ваше лучшее творение. Не просто лучшее, но самое благородное. Старик и море. Вам удалось показать, как один человек вступил в схватку с огромным проклятым океаном. Он сделал небольшую паузу, после чего заговорил снова, уже более громким, окрепшим голосом. «Я спрашиваю вас, я прошу именем Господа Бога, умоляю вас, покажите мне, объясните именно сейчас, объясните, как можно покорить этот безбрежный океан? В моем собственном океане полно рыб-убийц, тогда как я всего лишь слабый человек и к тому же один-одинешенек. Но, слушаю вас». «Отвечайте на мой вопрос!» Сидевшая за столом фигура не проронила ни звука. «Ну вот, папа, я и поймал тебя!» «Не можешь ты ответить на мой вопрос!» «Не можешь! Так ведь?» «Получается, что одной отваги и мужества не хватит!» «Ой, как не хватит!» «Не для того Господь сотворил человека, чтобы он жил в одиночку, чтобы один сражался со всеми этими тварями, или чтобы вот так пил наедине с самим собой. Даже самый смелый и сильный сможет сделать в одиночку не более того, что отведено ему судьбой. А это не так уж много, уверяю тебя. И к тому же все это совершенно бесполезно. Да, бесполезно, бессмысленно. А потому иди ты к черту, и ты... И твоя паршивая книжка! Льюис Стилман силой запустил книгу прямо в голову сидевшего за столом человека. Тот откинулся на спинку стула, локти соскользнули со стола и безвольно повисли вдоль тела. Кистей у его рук не было. В последнее время Льюис Стилман все чаще замечал, что его мысли то и дело возвращаются к воспоминаниям об отце. О том, как они ходили подолгу с ним пешком по залитым лунным светом миссурийским просторам, об охотничьих походах, о привалах вокруг костра, о густых лесах, таких зеленых и щедрых в летнее время. Ему вспоминались слова отца, когда тот рассказывал ему о будущем, и слова этого высокого седовласого человека часто всплывали в его памяти. Льюис, из тебя должен получиться прекрасный врач. Только хорошенько учись и не ленись в работе, и тогда успех обязательно придет к тебе. Будь уверен, я знаю, что говорю. Ему вспоминались долгие зимние вечера, когда он корпел над учебниками, сидя за огромным отцовским столом из черного дерева, когда вчитывался в медицинские книги и журналы, делая из них выписки, изучая и сопоставляя факты. Особенно ему запомнились несколько книг из одной серии. Это был фундаментальный трехтомный труд Эриксона по хирургии в роскошном кожаном переплете с золотистым тиснением. Эти три тома всегда нравились ему больше остальных. Так что же вообще произошло? Сон внезапно куда-то улетучился, ясная доселе цель растворилась в небытии. Через год после начала практики в Калифорнийском университете он решил оставить медицину. Скорее всего, не хватило мужества, и потому он расстался с колледжем, устроившись рабочим в строительную фирму. Как ни странно, но по какой-то иронии судьбы именно это обстоятельство впоследствии и спасло ему жизнь. Он всегда хотел получить такую работу, где надо было делать что-то конкретное, причем делать своими руками, вкалывать и покрываться потом, отчаянно напрягая мышцы собственного тела. Хотелось хорошо зарабатывать на жизнь, чтобы в один прекрасный день жениться на Джоан. Как знать, возможно, потом ему и удалось бы завершить образование.
Но каким далеким все это казалось ему сейчас. И то, почему он бросил учебу, и то, что так и не оправдал надежд отца. Внезапно его охватило жгучее, безотчетное желание снова перелистать страницы тех томов Эриксона, чтобы хоть на короткое мгновение воссоздать в своей памяти зыбкую панораму далекого прошлого и его несбывшихся надежд. Как-то раз, блуждая по второму этажу книжного магазина «Пиквика» в Голливуде, в отделе, где хранились подержанные книги, он наткнулся на пару изданий этого труда и сейчас со внезапной отчетливостью понял, что должен чуть ли не немедленно отправиться за ними и принести книги сюда, к себе, в канализацию. Льюис понимал всю абсурдность и, более того, смертельную опасность подобного шага, и все же знал, что уступит, подчинится ему. Каков бы ни был риск для его жизни, он сегодня же вечером пойдет за этими книгами. Да, не сейчас, но сегодня вечером. Один из углов своей каморки Стилман отвел специально под оружие. В арсеналах лос-анджелесской полиции он раздобыл образец, являвшийся гордостью его коллекции, автомат Томпсона. В придачу к нему он обладал двумя автоматическими винтовками, люгером, кольтом 45-го калибра, а также пистолетом Hornet 22-го калибра, да еще с глушителем. Самый миниатюрный пистолет Льюис постоянно носил с собой, в кобуре под мышкой. Хотя более мощное оружие в город обычно предпочитал не выносить. Однако на сей раз ситуация складывалась совершенно по-другому. Сеть канализационных сооружений обрывалась примерно в паре миль от Голливуда, и ему таким образом предстояло преодолеть довольно протяженный и очень опасный участок территории, ступая по поверхности города. Это и повлияло на решение Стилмана, помимо крохотного пистолета, прихватить с собой также автоматическую винтовку Savage 30-го калибра. «Ну что за дурень ты такой?» – внушал себе Льюис, вынимая из чехла тщательно смазанную винтовку. «Из-за каких-то книг рискуешь собственной жизнью? Что, это действительно настолько важно?» «Да», — твердила какая-то частица его сознания. «Для меня это и в самом деле более чем важно. Раз я чувствую, что эти книги нужны мне, то я и пойду за тем, что мне нужно. И если страх будет удерживать меня от поиска того, в чем я испытываю истинную потребность, если он способен удержать меня в темноте, словно какую-то крысу, значит, я уже стал чем-то вроде труса, а то и хуже того. Да, тогда я стану предателем, который изменяет и самому себе, и всему цивилизованному, что еще существует в этом мире, пусть даже в моем собственном, единственном лице. Если человеку так хочется обрести какую-то вещь, которая к тому же достойна его желания, то он в любом случае должен пойти и добыть ее, причем невзирая на то, какой ценой ему она достанется. Ибо в противном случае он попросту лишится права называться человеком. Да, лучше отважно погибнуть, чем продолжать трусливо жить. «Ну что же, папаша Хемингуэй», — подумал Стилман, улыбнувшись собственной мысли. «Похоже, что ты все же на моей стороне. Выходит, твои слова все же достигли моего сознания и моей души. Ну что ж, пошли за нашей рыбиной. Давай поищем ее вместе. Как знать, вдруг нам повезет, и океан хоть на время успокоится». Перекинув ремень винтовки через плечо, Льюис Стилман отправился в путь по темному тоннелю. И вот бег навстречу пронизывающему ночному ветру. Под ногами стелится мягкая трава, которую сменяет потрескавшийся тротуар. И вот снова трава. Ныряние в тень, почти невидимый и неслышный бег по тылам бывших кинотеатров и магазинов, стремительное скольжение в лучах зависшей высоко над головой холодной луны. Вот и бульвар Санта-Моника, затем Хайленд, Голливудский бульвар, и вот, наконец-то, после бесконечных блужданий и отчаянного биения сердца, заветный книжный магазин. Пиквик. С винтовкой за спиной, с маленьким пистолетом в руке,
Льюис Стилман почти неслышно проскользнул под своды пустого магазина. Перед его глазами расстилалось бумажное поле боя. В блеклых лучах лунного света он увидел устилавшее пол первого этажа белесое покрывало, валявшихся повсюду книг с рваными переплетами и оторванными обложками. Стилман невольно вздрогнул, мысленно представив себе, как они, повизгивая и отталкивая друг друга, ползут вдоль полок и стеллажей, яростно кидают книги друг в друга, визжа, разрывая их на части, уничтожая. Что же творится на других этажах? И главное, в отделе медицины. Он двинулся в сторону лестницы, под ногами шелестели и похрустывали, словно опавшие осенние листья, книжные страницы. Быстро преодолев первый короткий лестничный пролет, он убедился в том, что и там царит такой же хаос и полное запустение. Спотыкаясь и содрогаясь при мысли о том, что ждет его еще выше, Стилман устремился на третий этаж. С дико бьющимся сердцем он наконец добрался до самой вершины помещения и стал всматриваться в окружающий его почти полный мрак. Как ни странно, здесь книги стояли в целости и сохранности, словно ничего не произошло. Скорее всего, утомленные бесконечными игрищами и забавами, эти существа основательно устали и попросту не добрались сюда. Стилман скинул с плеча тяжелую винтовку и поставил ее рядом с лестничной площадкой. Все вокруг него было покрыто толстым слоем пыли, которая при каждом его шаге по узким проходам между стеллажами взмывала ввысь и кружила в воздухе, всюду ощущался тот же сыроватый запах затхлой кожи, заплесневелых переплетов, упадка и запустения. Взгляд Льюиса Стилмана выхватил едва различимый в темноте клочок бумаги, на котором была сделана рукописная надпись «Раздел медицины». Да, он находился именно там, где, насколько помнил Стилман, ему довелось бывать и раньше. Сунув пистолет в кобуру, он поспешно чиркнул спичкой и, загораживая слабое пламя согнутой совочком ладонью, двинулся дальше, идя вдоль поблекших от времени рядов полок с книгами. Картер, Дэвидсон, Энрайт, Эриксон. Он глубоко вздохнул. Да, все три тома, позолота на корешках переплетов основательно запылилась, но была все же различима. Все они стояли на одной полке, рядом друг с другом. Льюис стоял в темноте и аккуратно снимал том за томом, сдувая с корешков толстый слой пыли. И вот все три книги, массивные, чистые, оказались у него в руках. Выходит, все же смог. Добрался до магазина, нашел книги, так что теперь они по праву принадлежат тебе. Его губы тронула нежданная улыбка. Просто он представил себе, как усядется за стол, разложит перед собой свое драгоценное сокровище и станет медленно, осторожно листать знакомые страницы, одну за другой. В подсобке магазина он отыскал пустую картонную коробку и аккуратно уложил в нее книги. Затем прошел на лестницу, закинул за плечо винтовку и стал спускаться на первый этаж. В душе он благодарил судьбу за то, что пока она была к нему более чем благосклонна, и словно сглазил. Как только нога опустилась на пол у самого основания лестницы, Льюис Стилман понял, что судьба вдруг отвернулась от него. Все пространство первого этажа было заполнено ими. Издавая приглушенные шелестящие звуки, они, словно стая крупных двуногих насекомых, скользили в его направлении. Почти в полной темноте алчно поблескивали их глаза. Значит, все это время они, затаившись, поджидали, когда он спустится, и теперь стали медленно подтягиваться к лестнице. Внезапно книги перестали представлять для него сколь-нибудь значительную ценность.
Теперь в иерархии важных вещей и понятий на первое место вышла его собственная жизнь. И ничего больше. Стилман невольно дернулся назад, скользнув спиной по жестокому деревянному брусу перил. Коробка с шумом вывалилась из его рук. Он остановился у края лестницы. Они также стояли, не шевелясь, устремив в его сторону злобные, ненавидящие взгляды. «Теперь у тебя может быть только один единственный шанс на спасение», — сказал он себе. «Это как-то выбраться на улицу. Значит, надо пробираться или прорываться сквозь толпу. Ну, а поскольку иного выхода у тебя нет, действуй!» Стилман устремился в самую гущу, резко нажимая на спусковой крючок пистолета. Двое, как подкошенные, рухнули на пол. Он сразу же почувствовал, как в его куртку вцепились их острые когти. Услышал треск разрываемой ткани рубахи. Из дула маленького пистолета продолжали вылетать миниатюрные пули, и они оказались способны поразить еще троих, пронзительно завопивших от боли и дикого изумления. Остальные также с криками устремились кто куда. Патроны кончились. Оказавшись наконец-то на улице, он отшвырнул бесполезный теперь пистолет и сорвал с плеча тяжелый Savage. Свежий и прохладный ночной воздух наполнил легкие Льюиса, и на какое-то мгновение перед его глазами забрезжил слабый луч надежды. «Я смогу! Я должен сделать это!» – убеждал он себя, выскакивая на растрескавшийся тротуар и устремляясь в темноту. «Только бы другие не услышали звуки выстрелов! Ноги у меня длинные и крепкие, так что им меня не догнать!» И все же в эту ночь Фортуна, похоже, напрочь забыла про его существование. Неподалеку от того места, где Голливудский бульвар пересекался с Хайлендом, на пути Стилмана встала новая группа этих чудовищ. Проворно опустившись на одно колено, он открыл стрельбу по их передней линии. Savage отчаянно грохотал и содрогался от вылетавших из него пуль, тогда как группа стала стремительно смещаться в бок. Стилман медленно, но неуклонно двигался в направлении средней части бульвара. Время от времени, когда враг подступал слишком уж близко, используя приклад автомата на манер дубины. В какой-то момент трое созданий устремились ему наперерез. Льюис дал короткую очередь, один из бегущих резко переломился пополам и, судорожно корчась, всем телом пробил витрину магазина изделий из стекла. Когда он свернул за угол и двинулся в сторону Хайленда, еще один кинулся ему на спину, но он без особого труда смог избавиться и от него. Участок улицы непосредственно перед ним был полностью свободен, так что теперь он мог целиком положиться на скорость своих ног. Путь был неблизкий, что-то около 2 миль, и он молил Бога, чтобы на нем не попалась новая группа преследователей. Он бежал на ходу, выставляя в винтовку новый магазин, и чувствовал, что пот насквозь пропитал его рубаху. Он ручьями стекал по лицу, застилал глаза. 1 миля осталась за спиной, ровно половина пути до его канализации. Что и говорить, по скорости бега они ему явно уступали. Однако со всех сторон к нему неуклонно подбирались уже новые группы, все же привлеченные звуками его пальбы. Они появлялись из соседних улиц, переулков, магазинов и домов. Сердце готово было вырваться из груди Стилмана. Воздух скрипом вырвался из легких наружу. «Сколько же их здесь? 100? 200?» А сзади появляются все новые и новые. «Боже ж ты мой!» Льюис до боли закусил нижнюю губу и тут же ощутил солоноватый привкус проступившей крови. «Нет, все же не выйдет», — грохотал в мозгу внутренний голос. «Ты не доберешься и до следующего квартала. Схватят они тебя. Да ты и сам это прекрасно знаешь». Он снова прижал приклад винтовки к плечу и нажал на спусковой крючок. Тишину ночи разорвал пронзительный сухой треск автоматной очереди. Стилман стрелял и стрелял, чувствуя, как от толчков приклада немеет плечо, а в ноздрях бьется горьковато-паленый запах сгорающего пороха. Нет, все это было бестолку. Их оказалось слишком много, и он никогда не сможет прорваться сквозь такую массу.
«Итак, Льюис Стилман, тебе все же придется умереть», — сказал он себе. Недолго ему пришлось ждать, когда из ствола винтовки вылетела последняя пуля. Бежать ему тоже было некуда, они окружали его со всех сторон и продолжали медленно, но неуклонно стягивать кольцо, образованное их живыми телами. Он всмотрелся в выстроившуюся дугой вереницу маленьких свирепых лиц и подумал, а какие же хитрецы оказались эти инопланетяне. Как здорово все это они придумали. Они прибыли на Землю до того, как у землян могли бы появиться ракеты, способные угрожать безопасности их собственных планет. И что же они сделали? Вроде бы совсем не хитрая задумка. Уничтожить на Земле все ее взрослое население, даже детей старше 6 лет, а потом покинуть вымершую планету столь же стремительно, как и налетели на нее. Таким образом, земная цивилизация была вынуждена продолжать свое существование лишь на самом примитивном уровне, поскольку становой хребет у Земли-матушки уже был перебит, и ее обитатели, едва достигнув взрослого возраста, неизбежно погрузятся в пучину первобытного варварства и дикости. Льюис Стилман бросил под ноги бесполезную теперь винтовку и широко раскинул руки. «Послушайте меня!» — взмолился он. «Ведь я ничем не отличаюсь от вас! Разве что немного постарше, но ведь вы сами скоро станете такими же, как я! Пожалуйста, прошу вас, выслушайте меня!» Между тем кольцо вокруг Льюиса Стилмана продолжало неуклонно сжиматься. И когда армада детей плотно сомкнулась вокруг него, ему не оставалось ничего иного, кроме как истошно закричать.